погасла жизнь моего бывшего лорда, потушенная стрелой с синим оперением. Забылось величие, и там, где раньше стояли золотые ворота, теперь правит один лишь плющ. Позвольте служить вам, как служил я прежнему лорду. Мои советы и наставления помогут вам пробудить это место от векового сна. Война с доктами еще не успела докатиться до этой долины. Она хоть и расположена на границе, но пока находится вдалеке от пения боевых горнов, так что у нас есть время подготовиться. На западной границе наших владений находятся руины старого форта, которые сейчас возводятся заново под присмотром вашего героя, предводителя Такеши. Сегодня утром ветер принес мне подозрительные вести. Примите мой совет. Немедленно выдвигайтесь к западной границе и разбейте любого противника, которого там найдете. Пусть день вашего прибытия обогрится кровью наших врагов.
вестник получил ваш приказ прибыть в строящуюся крепость и разыскать Такеши, который расскажет ему диспозицию и поделится тревожными новостями. Ну и где Такеши? Может быть, тот чудик знает? Кликните левой кнопкой мыши по точке, в которую хотите переметить. Катастрофа! Кто-то подкрался к воротам базы! Затемненные области карты — территория, которую не видят ваш герой и его союзники. На ней могут скрываться враги. Чтобы увидеть затемненные участки карты, подойдите к ним ближе. Хорошо! Кликните по врагу левой кнопкой мыши, чтобы начать атаковать его. Герой продолжит атаковать цель самостоятельно. Смертельно! Уничтожая врагов, вы получаете прайм. Прайм тратится на активацию таланта. Обратите внимание, активированный талант появился на панели действий. Вот я смотрю на тебя и думаю, какой смелый подход к кавалерии. Я, между прочим, тоже герой, жабоглот. И я требую уважения. Меня Такеши за старшего оставил, а сам на разведку. Тихо. Ты слышишь? За небо, Адорни! Фу, Такеши бьется! Эй, жабы, оба! За периметр! Ни ногой, ни ластой, ясно? Для применения таланта кликните по нему левой кнопкой мыши и укажите цель таланта. Таланты гораздо сильнее, чем обычные атаки героя. Поэтому после применения таланта ему требуется время на восстановление. Красота! Где тебя тучи носят, буревестник? Узнаю старину Такеши по отсутствию слов «привет» и «спасибо» в лексиконе. Нет времени на придворный политес, герой. Докты на соседнем берегу форпост построили. Необходимо уничтожить сердце вражеской базы, храм науки. Но прежде надо разрушить арсенал. Тогда они не смогут долго сопротивляться. А для начала уничтожить периметр охранных башен. Мы вовремя спохватились. Докты успели построить всего одну. Пока вы болтаете, докты все 10 башен построят. И только я могу их остановить. Да куда же ты? Молот. Вот и лезет первой краской на холст. Предупреждал же его. Не суйся под башню в одиночку. Может быть, у них с жабой один мозг на двоих, и тот жабий. Придет время научиться. Ладно, я возвращаюсь на базу. Поучу его уму-разуму. Держи зелье исцеления. В бою пригодятся. Вот и подмога подошла, чтоб ты не бросался на приступ без прикрытия, как некоторые. Полученные вами зелья, как и используемые таланты, отображаются на панели действий. Для их использования кликните по ним левой клавишей мыши или нажмите горячую клавишу. Снова достаточно прайма для активации таланта. На активация таланта повышает уровень героя. Отлично. Герои обладают множеством разнообразных. Замечательно. Вам хватает прайма на активацию одного из каждые 4 уровня. Герою становится достаточно. Таланты бывают двух типов. Активные таланты позволяют вам применять героические способности. Второй тип талантов — пассивные, оказывают на героя постоянный положительный эффект. Вооружившись этим знанием, выберите любой доступный талант. У вас как раз появился прайм. Следую! Чтобы получать прайм, достаточно находиться рядом с врагом, когда тот умирает. Но за добивание врагов вы получаете заметно больше прайма. Хорошо! Поджарю! Гром гремит!
Молния, сверкай! Получай! Прекрасно! Что это там искрит? Это блеск моей славы, здоровяк! Крепления возводятся и разрушаются враждующими сторонами. И вот только что был закончен новый форт «Алое Острие», которому предстоит стать частью приграничной обороны. Быстрее активируй талант «Оберег героя». Нажмите на индикатор прайма, чтобы затем «Оберег героя» талант позвонить. Нажмите, чтобы закрыть окно талантов. Поджарю! Как же так? Не хватило одного самого последнего удара! Спасибо, буревестник. Еще бы чуть-чуть и... Бррр, даже думать об этом не хочется. Стоит залечить раны. Эта глупая жаба неплохо меня потрепала. Окунусь-ка я в итералию прайма, пока мы тут. И в магазин давай зайдем на дорожку. А то вот не было у меня с собой зелья исцеления, и я чуть не умерла. Кликните по магазину «Прайм». В магазине можно приобрести различные товары за «Прайм». Купленные предметы помещаются в инвентарь героя и на панель быстрого доступа. Вы можете открывать или закрывать окно нажатием на кнопку «Инвентарь». У доктов даже герои странные. Но что эта жаба могла сделать в нашей базе? Тем временем докты на той стороне реки не зевают. Их крепость почти готова. Ну что, буревестник? Устроим этим доктам пляски с огнем и молниями? Да мы от этого их храма науки камня на камне не оставим! Только разрушив находящиеся на линии внешние строения, можно уничтожить внутренние. Так вы не сможете уничтожить вторую от центра башню на линии, если первая еще цела. Хорошо! Кстати, ты же не забываешь в бою пользоваться преимуществами родной земли? Это что-то связанное с флагами? Да. Когда мы поднимаем свой флаг на чужой или нейтральной территории, преобразуем местность в свою. А на родной земле наши таланты играют новыми красками. Прекрасно! Подъем флага занимает время. Если в процессе герой будет атакован, переместится или применит талант, подъем флага прервется и придется все начинать сначала. Отлично! Как же хорошо вздохнуть полной грудью! Поднимем центральный флаг, и станет еще лучше! Следую! Нажмите на индикатор прайма, чтобы открыть окно таланта. Активируйте доступный талант, который... Обратите внимание, что талант стал доступен для использования. Нажмите, чтобы закрыть окно талантов. Проклятие! Железная крокатица хочет опередить нас! Доктский разрушитель, специализирующийся на уничтожении строений, тоже может поднимать флаги. Красота! Хорошо! Задорнию! Зайчики, а вот и я. Осторожнее, сейчас этот клык сильнее нас обоих. Уровень вражеского героя отображается рядом с количеством его здоровья и энергии. Силой не возьмем, возьмем хитростью. Отступим к башне, он погонится следом и получит свое. Стоять! Следую. Нам не страшен серый волк. Чем выше уровень вражеского героя, тем больше дается прайма за его уничтожение. У вас достаточно прайма, чтобы... Обратите внимание, что таланты с более высокой строки сильнее влияют на героя, чем... Нажмите, чтобы закрыть окно талантов. Прекрасно! Получай!
Гори, гори, ясно, доктская развалюха. А вот и огнеметатель подоспел. Он на своем пути сам и флаг вражеский уничтожит, и свой поднимет. Как та доктская железяка? Замечательно. Тогда мы на флаг отвлекаться не будем. Вперед! Безусловно. Красота! Молот! Молния, сверкай! Лечу! Смертельно! Следую. Темные очки и дудочка. Что-то запахло крысятиной. Что-то запахло адарнийской гадостью. Сейчас я тебе спою колыбельную. Осторожнее. Если мы ударим по нему у самой башни, она тут же начнет его защищать. Да, согласен. Это в стандартной ситуации башня сначала утюжит солдат, но стоит тронуть рядом с ней вражеского героя. А давай-ка выманим его! Буревестник, помоги мне! Не беспокойтесь, умерший герой скоро воскреснет. Ха, вот это досадно! Искра, возвращайся быстрее! Талант-портал спустя несколько секунд переносит героя в любую указанную игроком точку на родной земле. Поджарю! Ром, греми! Смертельно! Безусловно. По портрету вражеского героя можно определить, жив он или мертв. Если герой повержен, портрет затемнен, а поверх него отображается время до возрождения героя. Портрет союзного героя располагается рядом с портретом игрока. Портрет содержит информацию об уровне союзника, а также о количестве его здоровья и энергии. У вас низкий уровень здоровья. Используйте зелье исцеления. Следую. Хорошо! Безусловно! Вот так! Следую.
Красота! Лечу! Поджарю! У вас низкий уровень здоровья. Используйте зелье исцеления. Безусловно. Следую. Получай! Лечу! Поджарю! Хорошо! Следую. Ой, к нам вернулись доктские мужланы. Любите угорать, мальчики? Что? Рушить нашу базу? Разорву! Атакуй вместе со мной, чтобы не распылять силы. Вдвоем мы быстрее завалим и того, и другого. Лечу. Не всегда происходит на базе. Хорошо. Лечу. Буря грянь!